Новый состав правительства озвучивает в эти минуты губернатор Виктор Томенко депутатам Краевого Заксобрания. Напомним, в ходе кадровых перестановок в правительстве края своих постов лишились зампредседателя правительства Надежда Капура и глава Министерства труда и соцзащиты Михаил Дайбов. Они написали заявление об увольнении по собственному желанию. А с сегодняшнего дня тоже по собственному от обязанности освобождены еще два чиновника – министр образования Александр Житких и вице-премьер Андрей Щукин. Отметим, что уже с субботы, 14 октября, обязанности министра образования исполняет Максим Костенко, ранее возглавлявший Институт повышения квалификации работников образования. Подробнее о том, кто займет остальные вакантные должности, расскажем в вечернем выпуске.